Жители Южноуральска отправили в колонию на 5 лет за избиение судебного эксперта. Напомним, инцидент произошел в августе 2014 года. Мужчине решили отомстить за предоставленное в суде заключение, из-за которого один из налетчиков проиграл дело и не получил взыскание по страховке. Как установил суд, Александр Томилов и его друг избили оценщика, увидев его в баре. Судебный эксперт получил сотрясение мозга, ушибы ног и рук. Суд признал мужчину виновным за насильственные действия в связи с осуществлением правосудия. В итоге дебошира приговорили к 5 годам колонии строгого режима.